Стоя параллельно к боку того, кому делаете массаж, положите свои руки на обе стороны от позвоночника в углублении между мышцами и позвоночником у основания крестцовой кости. Поочередно надавливая большими пальцами полукруговыми движениями от центра в стороны, растягивайте мышечную ткань, постепенно продвигаясь от основания спины к макушке, применяя среднее давление. Повторите этот процесс еще дважды.